Я вспотел. Очень устал. Но сегодня будет классный видос. Ради вас, дорогие подписчики. Хай, зритель! С тобой русско-голландский Макс. И ты на моем канале. Сегодня я приехал к самому большому форту в штате Гоа. Форт называется Каба-де-Рама. Каба-де-Рама на русский язык переводится как пристанище бога Рамы. Бог Рама, по преданию, скрывался тут со своей женой Ситой. Форт был построен Махараджи Шиваджи в середине 17 века. А в середине 18 века этот форт захватили португальцы. И последнее время использовали его как тюрьму. Ну что, хватит болтать, пойдемте внутрь и посмотрим. Смотрите, друзья, около форта большой глубокий ров. Сейчас он заросший весь полностью деревьями. Но раньше он был переполнен водой. В те времена португальцы брали крокодилов из других частей Индии и привозили их сюда. И бросали в этот ров. Но со временем крокодили начали выползать и разбежались по всему Гоа. Таким образом, крокодилов бы в этом рове больше не осталось. Ну и так появились Гоа крокодилы. Ну или примерно так. Форт Каба-де-Рама – самый большой форт в Гоа. А тюрьмы в этом форте больше ничего не осталось. Только осталась лишь уцелевшая церковь. Отсюда открывается отличный вид на океан. Еще уцелели португальские пушки. Пойдемте их посмотрим. Ну что, друзья, я поднялся на одну из смотровых вышек, и вид отсюда открывается отличный, просто улетный вид. Блин, это же реально самый красивый вид. Все красиво видно, туман впереди. Сейчас я залезу чуть вперед. Ничего себе, какой суперский вид, а! Балдеж! Еще ветер дует классный. У-ху! Как все можно увидеть. Класс, просто отличный вид, суперский. Смотрите, какой там скрывается пляж. Как красивый. Жалко, что на нем никаких шейков нету. Так бы было это самое отличное место. Вон там еще остров. Не зря здесь построили форт. Португальские пушки могли, смотрите, какую территорию тут обстреливать. Вот они сами, эти гигантские португальские пушки. Смотрите, какие они все, и такое чувство, что из камня. Португальцы были одни из первых в мире, которые научились плавить пушки без пузырей внутри. Поэтому эти пушки не лопались и были долговечными. У нас на Руси только в 18 веке при Петре Первом научились плавить такие пушки. Эти пушки, эти монстры держали в ужасе все 100 лет Индийский океан. Португальцы ушли, а пушки остались. Еще веками тут будут лежать. Понравилось место? Ставь лайк. Еще другое покажу. Ну все, пойдемте посмотрим другую башню. Я тебе сейчас такое покажу. Закачаешься. Пойдем. Классный вид! Там какие-то внизу индусы тусуются. Если бы я был Шиваджи, я бы тоже здесь форт построил. Ну что, друзья?
Сейчас я вам покажу последнее красивое место в этом форте. Давайте начнем его смотреть. О, шикарнейший вид! У-у-у! Нравится этот вид? Офигенный вид! Вау, супер! Самый классный вид! Супер вид! Самый крутой! Смотрите, вода бирюзового цвета, потому что берег каменистый, а не песчаный. Молодец, Шиваджи! Крутой чувак! Уважуха тебе и лайк от моих подписчиков! Ну чё, лайк поставил? Не мне лайк ставь, а Шиваджи! Шиваджи лайк ставь! Ну что, друзья, сегодня я вам показал форт Кабо-де-Рама. Вход бесплатный! Ворота всегда открыты! Приходите, наслаждайтесь и радуйтесь жизнью! С вами был я, и я ушел!